за сколько дойдет. Заодно проверим, как там. Девушка, какой прогноз? Да, ладно. Так, принимаю ставки от журналиста. Открытка губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского достигла цели. Глава Почты России Николай Подгузов получил послание спустя 7 дней и выложил фото в Инстаграме. Кроме поздравлений с Новым годом и Рождеством, карточка содержала приглашение Подгузову приехать в Ивановскую область, чтобы обсудить качество работы почтовых отделений. Нареканий на эту службу от жителей поступает очень много. Напомним, что открытку Станислав Воскресенский отправил главному почтовику 5 декабря в ходе рабочей поездки в Вичугский район.